привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу показать вам свой заказ Faberlic. Первый заказ в 2016 году. Надеюсь, вам это видео понравится и оно будет вам полезным. Давайте сразу приступим. Решила я попробовать вот такую вот двухфазную смывку для глаз. Она называется у нас Airstream. Легендарный кислород. Я ей еще не пользовалась, вот взяла на пробу, мне очень нравится смывка от Yves Rocher, тоже двухфазная, я много раз о ней говорила. Если это будет снимать макияж с глаз так же круто, я буду безумно счастлива. Это средство обошлось мне, как консультанту, в 103 рубля. Бюджетный вариант, вообще прям классно. Ну, это будем, конечно, еще пробовать, не факт, что мне это подойдет. Дальше. Из кислородной серии взяла мужу тоже на пробу вот такую вот пену для бритья. Если вы пробовали ее, расскажите, как вам ощущения. Тоже еще не пробовал муж. Но мне показалось, что это должно быть что-то очень приятное. Кислородная пена для комфортного бритья. Для всех типов кожи. Кожа у него нечувствительная, поэтому не думаю, что вообще что-то будет плохо. Обошлось нам это в 159 рублей. Тоже достаточно недорого. Дальше у нас по чеку идет лак для ногтей. Он стоил 159 рублей. Насколько я понимаю, это сахарный, наверное, лак. Вот так вот он выглядит. Вот такой вот симпатичный цвет очень. Цвет этот у нас номер, без номера. Артикул 72-79. Очень многие девочки хвалят эти лаки, я тоже решила попробовать, почему бы и нет. Достаточно бюджетно тоже. Говорят, что лаки эти держатся достаточно долго. Так, дальше. Покажу я вам мыло для рук, для кухни. Мне эти мыла безумно нравятся. Они очень классные, они убивают запах, они хорошо мылятся. Они не сушат, по крайней мере, мне кожу рук, да? И после них остается вот на руках приятный аромат. В этот раз я взяла с цитрусовым ароматом. Также мне очень понравился аромат яблока. Вот. Поэтому буду пользоваться с огромным удовольствием. И скажу я вам, стоило оно... Стоило оно... 87 рублей мне. Поэтому круто. Дальше взяла вот такой вот крем для чистки металлических поверхностей. У нас вытяжка металлическая, духовка, холодильник. То есть для этого материала нужны специальные чистящие средства. Оно стоило 100 рублей. По какой-то скидке мягко удаляет загрязнение, не царапает поверхности. Томочка вам тут привет передает. Да. Буду пробовать тоже, если хорошее средство, буду просто прям безумно счастлива. Дальше взяла вот такое вот средство для духовок и плит. Я им уже пользовалась. Это, на мой взгляд, концентрат, потому что у меня был вот такой вот маленький пробничек Faberlic, и мне его хватило на очень-очень долго. Средство замечательно очищает духовку, плиту, жирные какие-то загрязнения. Его легко смыть. И блестящий результат, это уж точно, просто на упаковке написано, что блестящий результат. Да, это действительно так. Очень рада, его нужно совсем чуть-чуть, то есть не надо заливать там, да, чтобы потом вы 3 часа не смывали эту пену. Не надо так делать. Замечательное, просто суперское средство. Я вам его очень-очень советую. Так, и сколько оно у нас стоило? 159 рублей тоже. Тоже, но это все цены консультанта, конечно, да. Дальше взяла я вот такое вот мыло. Ее величество роза. Я уже брала такое мыло. Стоило оно 79 рублей мне. Мне оно понравилось. Мягкое мыло для рук. Тоже пользовалась на кухне, убивает запах, не сушит мне кожу, да, но у всех, вы же понимаете, что у всех кожа разная, и поэтому у каждого человека может быть разная реакция. Нам понравилось, беру второй раз, и еще думаю, еще много всего возьму. И гость моего заказа, это я подсмотрела, ну не то, что подсмотрела, да, как бы сайт Faberlic доступен всем,
Я просто увидела в обзоре в каком-то у Ани Шейны вот такую вот черную водолазку. Вот так вот она выглядит, она по плечикам, да. Очень хорошего качества водолазка, она легенькая, хорошо зимой. У нас, кстати, сейчас плюс 5 градусов. У нас все тает, поэтому под куртку можно уже одевать что-то потоньше. То есть она, да, она прям совсем тонкая. Вот, швы все прошиты, все просто обалденно. Буду стирать и носить. Я, кстати, давно хотела черную водолазку и думаю, что я нашла что-то хорошее, что-то стоящее. Но хочу одну вещь сказать. Заказывала колготки плотные от Faberlic серого цвета. Тоже, наверное, видели в моих предыдущих видео. Вроде как все хвалят их качество. Не знаю, что я с ними сделала не так, но они у меня все покрылись катышками. То есть, если обычно у меня тут стул ходит. Да. И я ничего сверхъестественного с ними точно не делала. И что с ними случилось, я не понимаю. Поэтому вот. На, держи. Будьте осторожны, если решите покупать колготки плотные, знайте, что с ними может случиться вот такая вот беда. Весь заказ у меня обошелся в 1700 рублей. Также мне, конечно, положили каталог новый. Там есть новые интересные штучки к дню Святого Валентина. Потом вот это, я так понимаю, это журнал Faberlic или что это? Я не в курсе, я просто заказываю для себя продукцию. Я не фанатею по этим всем вещам. Вот. Вот такой вот был у меня заказик. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Дайте мне знать о ваших любимых средствах косметических и так далее из Faberlic. Может, мне стоит что-нибудь попробовать. Подписывайтесь на мой канал для дальнейших видео. Всем пока!